Изредка случается так, что листочек замиокулькаса, ну, каким-то образом надламывается. В этом случае, ну, я вам рекомендую сделать вот такой бандажик, как бы. То есть вот в данном случае это веревочка, карандашик прикрученный и зафиксировано. И дать вот этому листочку зарубцеваться, затянуться. Сейчас я раскручу этот бандажик и покажу вам, что получилось. Лист я освободила от обвязки, от бандажика импровизированного. Вот остались немножечко следы от веревки. Ткань зарубцевалась, одревеснела, и лист таким образом спасен от погибания. Иначе бы он просто отсох. Пожелтел бы сначала, со временем бы отсох.